Привет, друзья! С вами Владимир Шемет. Нахожусь сейчас в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды. В общем, такое нестандартное видео на моем канале. И вообще, первый раз в моей жизни я столкнулся с такой ситуацией. Значит, сижу, работаю. На часах без 15 час ночи. Ну, как работаю? Занимаюсь там, перебираю видео, те, которые материалы я для вас снял. И, в принципе, я был в одном наушнике, собственно говоря. Но я услышал какой-то шум. Потом, ну, как-то я не обратил внимания. В принципе, такое бывает, что пьяные кричат там на отдыхе и всякое тому подобное. Ну, подходит ко мне супруга, как бы, которая проснулась от этого шума, говорит, что там такое, давай выйди, глянь. Выхожу я, значит, и вижу такую картинку. В общем, как вы видите, друзья, до чего приводит алкоголь. Поэтому, ребят, когда вы отдыхаете, ну, как-то следите за вашим состоянием. Потому что все-таки отдых должен быть отдыхом, а не таким вот махачем и разборками между туристами. В общем, там была охрана, но ввиду того, что дело никак не решается, в принципе, уже это где-то происходит на протяжении получаса, они там выясняют какие-то отношения. Супруга попросила меня сходить на ресепшн, вызвать полицию, ну, то есть сообщить об этом, чтобы они что-то делали. В общем, в принципе, сейчас я иду на ресепшн. Не обещаю вам, что я что-то буду записывать, потому что в таких ситуациях, как бы, ну, не всегда можно записывать на видео там людей, которые не дают на это разрешение. И, конечно же, спрашивать я не буду, но смысла и спрашивать в этом нет. В общем, давайте сейчас на ресепшн, после этого дальше все расскажу, что и как было. Интересная ситуация, друзья, получается. Значит, сходил я на ресепшн, перед ресепшн была полиция, я подошел до полиции, рассказал, что там драка, вот, они сказали, идите на ресепшн. Я был очень удивлен. Я пошел на ресепшн. Я сказал на ресепшене, что там драка. Они сказали, что они об этом знают. Ну, в общем, говорю, слушайте, ребят, говорю, вызывайте полицию. Она же там есть, потому что есть дети. И там, ну, не в одних нас дети. Они сказали, полиция уже там на месте. И действительно, один из полицейских, одного из полицейских я увидел, который тоже присутствовал на том месте и пытался усмирить туристов. Ну, собственно говоря, я, конечно, очень удивлен такими вот действиями и охраны, службы безопасности отеля, и действиями полиции. Ну, ладно, полиция, как бы, ну, не знаю. Я очень удивлен и очень разочарован, потому что я не знаю, кто там виноват, кто не виноват, но такие ситуации, если есть конфликт, если люди отдыхают с маленькими детьми, а там кричат, там дерутся, там бьют в дверь и тому подобное, то есть это все, естественно, слышно на весь корпус. Ну, я считаю, что это очень неправильно со стороны отеля так хладнокровно относиться к такой ситуации и ничего не предпринимать. Да, это неприятная ситуация для туристов, но есть другие люди, которые отдыхают, и как-то получается, это не совсем безопасно отдыхать в данном отеле. В общем, друзья, не знаю, чем это все закончится. Сейчас я пойду уже в номер. Я вижу, что здесь вообще бесполезно что-то кому-то говорить. Поэтому, если у вас есть ваше мнение какое-то, обязательно напишите в комментариях под этим видео. Так что пошел я дальше работать, потому что сегодня утром очень рано вставать. Нужно сделать несколько полезных для вас обзоров и интересных видео. Так что
Друзья, всем позитива, до новых встреч, пока-пока.